кормил голубей. Вон там вот недалеко. Мы тут зашли билеты купить на вокзал. И они пришли за нами, блядь. Они пришли за мной. Они следом пришли вон оттуда сюда. Ну, кто прилетел, а кто пришел. Я не знаю, как это... Вот они, блядь, сообразительные какие, а? Вот они меня даже окружили. Ни хрена себе. Вы чего? Они пришли оттуда, с этого озера, сюда за мной, потому что я их там кормил. Ни хрена себе. Вот они все тусуются так, ну, так вот, в близости. Вот они все здесь уже, все вот они. Здесь группировка, вон там группировка. Нате, нате, нате. Да-д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 а
все, сразу налетели. Вот они, все вот эти голуби, которые были там. Ни хрена себе, вот они, блядь, умные какие, блядь, нафиг. Вот они какие, ни хрена себе. Вот эти же голуби, значит, даже у меня суплицы не имеют голуби. Давай, на. Да, эти же, вот они, пожалуйста, они меня не боятся уже, они уже меня выучили. Да на. Вот, ох, молодец, самый смелый кот. О, нет, драться уже начинаете, что ли? Нате вам, нате, не деритесь, нате вам. Так, где у вас, мячики есть еще? Где у вас мячики? Кто тут смелый? Кто у вас смелый тут? Ну, нате. Нате. Охренеть вообще. Ты представляешь, это вот эти голуби, они за нами сюда пришли. Да, представляешь? Прикольно. Они втихоньку так, знаешь, вот сюда так втихаря прилетели, там и тусовались, знаешь, там, такая. Там, в общем, все, пожрать им надо, да? Да, в близости в такой, знаешь, доступной близости они прилетели. Вот так вот, вот голуби, блядь, такие вот. Все, извините, господа, вы съели все мои кукурузные палочки. Голуби мира. Ладно, все, давайте. Кинопленка кончится у меня.